Тож до нашої студії завітав організатор всеукраїнського конкурсу читців патріотичної поезії імені Козлова Олександр Єгоров. Доброго ранку. Добре утро. Це вже другий всеукраїнський конкурс, який буде проходити в нашому місті. Яка його мета? Его цель – это, в первую очередь, развить и воспитать патриотизм в сердцах нашей молодежи, а также чуть повысить эстетический уровень у зрителей, тех, которые придут на наш конкурс. Хочеться зараз згадати перший конкурс, який проходив минулого року. Зараз, якщо наші режисери виведуть нашим глядачам, на сайті Миколаївського національного університету імені Петра Могили бачимо, що на конкурсі патріотичної поезії перемогла студентка ЧНУ Павлина Сегляник, а друге та третє місце посіли Юлія Турбіна та Анна Виштак. Також серед інформації можемо сказати, що конкурсантів оцінювали акторка Сталіна Лагашняк, мовознавець Тетяна Лагашняк та доктор філологічних наук Тетяна Манахова. Досить серйозний склад журі. Цього року що планується, які, можливо, будуть зміни у складі журі, можливо, в умовах конкурсу? В этом году все-таки условия участия в конкурсе остаются практически теми же, только мы, единственное, повысили категорию возрастную, потому что если в прошлом году мы принимали участников от 14 до 23, то в этом году мы столкнулись с тем, то, что некоторые учащиеся университетов заочного обучения, заочной, то они тоже хотят и у них есть желание принять участие, то поэтому мы в этом году повысили категорию возрастную до 25 лет. Среди жюри, конечно, поменялось практически весь состав жюри, потому что Сталина Васильевна уезжает в Киев сейчас на съемки в новом фильме, а в нашем составе жюри в этом году будут принимать такие участия люди, как экс-начальник управления культуры Лилия Заворотняя, потом один из представителей княжеского дома Горчаковых, Андрей Горчаков. Справжні князі у нас будуть на Миколаївщині. Да. Он заслуженный работник культуры Украины, великолепный человек. Значит, дальше у нас будет также в жюри студенческий мэр города Николаева, глава Совета по делам молодежной политики при Николаевском городском голове Татьяна Пустовойтенко. И великолепный, великолепный человек – это Татьяна Демиденко. Она отвечает отделом по патриотическому воспитанию областного департамента образования. Щодо саме учасників, ти сказав про те, що зараз трошки збільшений вік. Мене це порадувало, тому що минулого року я б уже не війшла до конкурсу учасників. Але ти сказав, що промайнула така фраза – студенти очний, заочний. Це тільки студенти мають можливість взяти участь? Ні, звісно ж, і школьники, і учащиеся творчих колективів, театральних студій. А якщо не студент, не творча студія, але дуже-дуже люблю патріотичну поезію. Все одно можеш прийняти участь. Каждый желающий может заполнить Google форму и прийти 2 марта в 11:00 в Аграрный университет, главный корпус, в актовый зал и поучаствовать, принять участие в конкурсе, присоревноваться в декламации патриотической поэзии. Google форму, да, можно ведь найти, за какими посыланиями? Google форму можно найти на страницах Facebook, на нашей официальной странице Всеукраинского литературного клуба «Феникс». А также, если не Google форму, то также на страницах Фейсбука можно найти электронную почту, на которую можно прислать нужную информацию для участия в данном конкурсе. Обов'язково потрібно тільки реєструватися, чи можна якось без реєстрації прослизнути на конкурс? Конечно же, лучше зарегистрироваться, чтобы мы сразу и наше жюри видело список участников, какие они представляют коллективы или университеты, или сами же от себя. Но я думаю, то, что в прошлом году у нас была девочка, которая не регистрировалась, а просто пришла на конкурс, она не нашла властилки на регистрации. Может, где-то спорят, пробегала, и тут такая... Конкурс читців. Практически. Она знала то, что он будет, но она не могла на него зарегистрироваться, так как не нашла никаких ссылок. Но она пришла, попросила. Мы, конечно, думали ставить, не ставить. Посоветовались с главой жюри, со всем составом жюри. Они сказали, ну давайте. Все равно конкурс еще не начался, просто добавим. Мы ее добавили, и она выиграла этот конкурс. Ось, нічого собі. Ти бачиш, як буває. Я тільки хотіла сказати, напевно, вона стала переможницею. Віка, я думаю, маємо усі шанси, беремо участь у конкурсі, але ми вже визнали про те, що по віку ми проходимо серед учасників, хоча і не учасники якихось літературних клубів, але, як ми зрозуміли, головне – це завзяття і бажання. Який матеріал необхідно готувати?
Мы принимаем на данный конкурс только украинскую поэзию. Неважно, она будет написана на украинском или русском языке. Главное, чтобы она была написана поэтами на территории Украины. Также это могут быть великие украинские классики или же современники. Чимось може супроводжуватися виступ? Конечно, это могут быть и песни, и танцы, и театральное оформление, и костюмы, и декорации. То есть каждый участник отвечает за свой номер. Мы единственное, что не разрешаем, это живой огонь, холодный лед, вода, краски на сцене, то есть, чтобы не принести ущерб тому залу. А за минулорічним досвідом, чим здивували учасники, можливо, якимось музичним супроводом особливим, чи якоюсь експресією під час виступу? Конечно же, в первую очередь музыкальное сопровождение, оно добавляет к любой декламации нотку комфорта и расслабленности, потому что когда ты чувствуешь то, что на сцене ты находишься один, и на тебя смотрит целый зал, большинство участников, особенно аматоров, непрофессионалов, они теряются. И если дома или в студии они репетировали, и у них получалось один результат, то, конечно же, на сцене у них получается совершенно другое. И иногда намного хуже, а иногда получается то, что намного лучше. То, конечно же, я же говорю, когда ты находишься на сцене, к примеру, не один, а в паре читаешь произведение, это также комфорт, расслабленность и уверенность в себе и своем партнере. Или же, к примеру, когда идет какое-то музыкальное оформление, особенно если это живая музыка. Це якось оцінюється окремо? Костюми, музика, цей музичний супровід? Значит, на это есть всего лишь 2 балла из 10, которые будут выделены на оценку костюмов, музыкального оформления и декорации и так далее. Если же, к примеру, все участники, если 20%, меньше чем 20% участников будут без... значит, декораций и любого какого-либо сопровождения, то, значит, эти 2 балла учитываться не будут, а будут считаться только актерское мастерство, держание на сцене, тембр голоса, зміст. Все було рівно. Да, да. Саша, а ось нам також цікаво щодо цього конкурсу. Подаємо заявки ми до 2 березня включно, так? Чи до 1? До 28 февраля, но также, если еще успеете, 1 марта до 12:00. Ага, а ось скільки заявок вже подано, можливо, хто вже долучився, можливо, хтось минулорічних учасників? Сейчас 29 заявок подано на сьогоднішній день, учитывая то, що відкрили реєстрацію ми буквально, наверное, 3 дня назад, якщо я не ошибаюсь. 3-4 дня назад. Есть участники с прошлого года, есть участники новые, которые хотят приехать к нам и показать свои таланты, выступить перед нашими гостями, чтобы их оценили. Ну и, в общем-то, усовершенствовать свой талант как декламатора и также почтить память великого николаевского журналиста и поэта Вячеслава Ивановича Козлова. Сам... А ось чи будуть нагороди? Таке цікаве питання. Знаете, я сейчас очень сильно сталкиваюсь, то, что когда идем на какой-то конкурс, фестиваль, у всех практически участников первый вопрос, а какие награды? И... Чи будут его награды? Да, и все такие, знаете, организаторы, ну, на награды ты сильно не рассчитывай, а вот грамоту можешь получить. У нас также будут грамоты, дипломы, это будут лауреаты первое, второе, третье место, и участники первое, второе, третье место лауреаты не получают. Медальку дадут? Конечно, это будут грамоты, медаль и статуэтка, и также главный приз для этих участников, это будут сертификаты в один из самых успешных и классных фитнес-центров – это «Фабрика здоров'я». Що ж, я думаю, така варто реклама. Поборотися за допомогою творчості, покращити свій стан здоров'я. Я думаю, також нашим глядачам цікаво про актуальність саме цього конкурсу патріотичної поезії, наскільки це важливо для сучасної молоді. Я считаю то, что патриотизм – это то, что каждый должен развивать в себе сам. Лично для меня Украина – это моя родина. Я люблю ее красоту, я люблю наш украинский народ. Но я считаю то, что мы не должны насильно заставлять людей
заниматься тем или иным делом. Те, кто хотят, те, кто хотят почтить память этого поэта, те, кто хотят прославить украинское слово, украинскую поэзию, украинских классиков, они придут и выступят, поучаствуют, посоревнуются в нашем конкурсе. Но вот слово «посоревнуются» не совсем правильно я сказал, потому что все наши конкурсы, все наши проекты это... Я так скажу, это домашнее, большой, но домашний, уютный проект, где каждому участнику, каждому партнеру, даже тем же самым журналистам, которые приходят и делают, снимают, пишут статьи, им комфортно и приятно находиться на этих мероприятиях, потому что мы не хотим добиться какого-то пафоса или чего-либо. Мы это делаем для нашего народа, мы делаем это для себя и для того, чтобы наш город і наша Україна стала лучше і ярче. Я думаю, що це дійсно дуже благородна мета утворення такого конкурсу, всеукраїнського конкурсу. Ми поговорили з тобою про учасників, ми дізналися про нагороди, про те, хто і як буде оцінювати учасників. А ось щодо глядачів, чи можуть завітати звичайні миколаївці, тих, хто не готує ніяку поезію, але вони хочуть насолодитися декламуванням патріотичної поезії? Совершенно любой человек может прийти и посмотреть на открытие официальное нашего конкурса, посмотреть работу, которые подготовили наши конкурсанты. Мы зал не закрываем, мы приглашаем всех николаевцев. Также это будут в основном студенты аграрного университета и других университетов. Но также, если старшее поколение захочет прийти и послушать поэзию, потому что мы знаем, ранее очень часто проводились литературные вечера, посиделки, вечерние танцы, собирались где-то в полях, разводили костры и до утра читали стихи, пели песни под гитару. Сейчас такое очень редкое, и вот именно это поколение, которое это все прочувствовало, помнит, им так этого не хватает. Поэтому мы хотим сделать это в первую очередь для молодежи, а также и для наших бабушек, дедушек, мам, пап, которые это все помнят, потому что наше детство уже не было таким. Наше детство, к сожалению, уже проводится в... 21-е столетие, так? Да, это компьютеры, гаджеты. И это очень обидно, то, что общения у нас практически нет. Мы находимся в виртуальном мире. Это очень обидно, поэтому... Давай еще раз нагадаем нашим глядачам, где саме, о котрій годині буде відбуватися чарівна... 11.00, Аграрный университет, улица Георгия Гангадзе, 9, если я не ошибаюсь, 2 марта, это следующая пятница. Дякуємо тобі, Олександр, і запрошуємо до участі наших глядачів. Сподіваємося, що дійсно ця подія підвищить патріотичний настрій у наших миколаївців, також зблизить кожного миколаївця один до одного.